Министр экономики Турции не исключил возможности подписания соглашения о свободной торговле с Россией уже в 2017 году. По словам политика, по срокам подписания соглашения стороны могут определиться уже к концу 2016 года, пока не согласованы товары, которые могут стать объектами соглашения. Намерение подписать соглашение о зоне свободной торговли в сфере услуг и инвестиций Россия и Турция выражали еще в 2015 году. Тогда министр экономического развития России Алексей Улюкаев делился, что договор может быть подписан в 2016 году. Однако сбитой Турции российский бомбардировщик ухудшил отношения между странами. После инцидента Россия ввела ряд экономических ограничений, и переговоры были приостановлены.